Я всегда готов, друзья, с вами поделиться хорошие вещи. Так что всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. Всем из Алании большой привет, друзья. С вами компания Arbatoms. Друзья, я вам всегда говорю, друзья, как-то недвижимость самый главный место расположения, друзья. Как раз сейчас мы с вами в таком месте находимся, друзья. Место расположения. Отлично, друзья. Отлично. Место расположения. Сейчас с вами будет одна квартира. Эксклюзивная продажа, друзья. Так что 1+1, 58 квадратный метр. Есть еще свои кладовка. Для каждой квартиры в этом комплексе есть кладовка, друзья. Для каждой квартиры есть такой кладовка. Так что место отлично. Центр города такой. Проект нету, который вид на море. Центр города Алания такой проект нету. Это уникальный проект, друзья. Так что еще раз всем напоминаю, друзья, мы будем в середине декабря. Украина будем. Днепра будем, Киеве будем, Харкову будем. Если из вас кто-то захочет с нами встретиться и поговорить, как можно правильно приобрести недвижимость в Турции, возле Средиземного моря, вы можете заранее записываться для индивидуальной встречи, друзья. Вот это мой номер телефона. Пишите, звоните, друзья. Теперь мы с вами идем вот здесь. Вот, можно оператор? Вот отсюда вид, даже вот вид, балкон видно. Вот это сейчас там будем. Наш проект Seaside Centrum, друзья. Именно центр города Алания. Отделка качества отлично, друзья. Система «Умный дом». Все это сейчас с вами будем поделиться. И продаются квартиры с мебелью, с бытовой техникой. Давайте теперь пройдем вместе 100 метров до моря. Вот-вот, 100 метров. Поехали! Так, друзья, теперь мы с вами пускали внизу, инфраструктура все здесь, открытый бассейн на улице, конечно, детский бассейн тоже есть, есть генератор тоже, друзья, есть 24 часа, здесь консьерж, и здесь вот такой теннисный стол, и есть бильярд, вот тренажерный зал. Центр города Алания, богатая инфраструктура, есть еще сауна, друзья, сауна тоже новый, хороший, это новый дом, друзья, не старый дом, совсем новый, качественный, хороший дом, вот такой достаточно большой сауна тоже, между прочим, друзья, хочу вам с вами поделиться. Кладовка тоже здесь есть, здесь раздевалка, комната, туалет, вот это камень, натуральный камень, очень качественный. По поводу качества с вами отдельно будем говорить, скоро с вами будет. И хочу с вами поделиться, здесь есть вот такой кладовка. Для каждой квартиры есть кладовка. Это очень нужна вещь, на самом деле, друзья, это не люкс, нужно просто. Итак, друзья, хочу с вами поделиться, есть такой, здесь такая фишка. Для каждой квартиры есть кладовка, вот номер 19, 14 и 13. Вот такой достаточно большой кладовка, друзья. Для каждой человека, для каждой семьи это нужно. Это уже не люкс. Теперь с вами давайте поднимаемся на четвертом этаже. Поехали! Итак, друзья, теперь мы с вами поднимали на четвертом этаже. 1+1, 58 квадратный метр, с видом на море, центр города Алания, друзья. Так что качество, очень качество, в самом деле, друзья.
начинаем двери. Вообще для кувальтера дверь — это визитная карточка, друзья, посмотрите, пожалуйста, огромный, как сейф, огромный, большой дерево. Так что и сразу у нас здесь система «Умный дом». Что такое система «Умный дом»? Моя коллега Елена вам расскажет. Спасибо, Асымбей. Итак, комплекс оснащен системой «Умный дом Мультитек». Эта система позволяет управлять вашим домом удаленно. Например, вы можете управлять системой видеонаблюдения, открытие дверей, управлять системой кондиционирования, включить и выключить освещение, поднять жалюзи и многое другое. Так что теперь заходите, заходи, оператор. Так что и здесь начнем с вами. С правой стороны есть вот такой огромный, большой шкаф, друзья. Красивый, натуральный дерево, вот такой, посмотри, очень приятно, как-то потрогает, вот обязательно надо трогать недвижимость, друзья, чтобы энергию чувствовать, вот, очень красивый, хорошо. И здесь автомат-бойлер, это тапочки тоже есть, видите, здесь никто не жил, друзья, это первичное жилье, это все для вас, для своих покупателей. Даже тапочки есть. Вот такой турецкий сервис. Да, молодцы турки. Очень хорошо работает. И здесь у нас с левой стороны ванная комната, друзья. Ванная комната. Здесь сразу вот чамашир машинисты. Чамашир машинисты. Стиральная машина есть. Как видите, она так продается. С мебелью, с бытовой техникой, друзья. Отделка качества. Отлично. Я вам хочу озвучить, друзья, по поводу материала. Вот здесь есть такой аппарат, который неприятно запах не пропускается. В каждой квартире в санузлах установлены вот такие системы слива длиной 40 сантиметров. Зачастую в целях экономии устанавливают вот такие маленькие, более дешевые и легкие сливы. Бывают и вот такие длинные, но все равно основа остается пластиковой, что, соответственно, удешевляет детали. Наши сливы выполнены из нержавеющей стали, они не деформируются, тем самым не пропускают неприятные запахи канализации. Так что, выстаем. Так, еще есть здесь вот это такой материал, все моя коллега Елена вам расскажет, какой стена. Вы вот это видите, это одно, внутри что есть, совсем другое. Поэтому надо вот это все материал знать, что внутри есть, правильно? Это очень редко вам кто-то расскажет, друзья, именно материалы, какие материалы использовали, от чего построили. Все это моя коллега Елена вам расскажет постепенно. Внутренняя отделка стен состоит из кирпича 10 сантиметров, бетона класса C30, пеноблока, слой штукатурки, металлическая сетка, еще один слой штукатурки и покраска. Короче, еще здесь что есть? Есть здесь такой красивый, хороший, уютный кухни. Женщина, это вам внимание. Вы любите кухни. Особенно как-то своим подругам здесь сидеть, поговорить о жизни, тепле. И с вами продолжаем, друзья. Здесь все, вот эта посуда новая. Это не вторичная. Все вот эта посуда красивая, хорошая, уютная. Я люблю как-то тарелки, как-то вилка красивые. Приятно кушать, друзья. Особенно качество вещи. Вот это все. Все дорогие материалы, на самом деле не дешево. Так что, друзья, вот это все выходит в стоимость. Вам нужно просто свои зубные пасты, щетка забрать, прижаться, друзья. И, конечно, еще булочек макнеси, посудомоечная машина, булочек макнеси. Патрульский, напишешь, да, параллельно? Да, конечно. Напиши, пожалуйста, чтобы людям полезны было параллельно наш видеоролик, правда? И это буздолабы холодильник. Так что, наверное, наши подписчики уже по-турецки говорят. Вытачка, все вот это выходит стоимость, друзья. Так что, что еще можно сказать? Очень красивая, хорошая тарелька. Вот эта тарелька. Все, вот это друг друга подходит, тарелька. Вот это все красивее, правда, друзья. Все посуда есть. И, конечно, еще здесь такой раскладывается диван. Так что, друзья, если вам нужно именно подробный видеоролик, мы готовы для вас онлайн снимать через Viber, WhatsApp и Telegram и вам отправить. Для этого вам нужно просто к нам
обращаться. Если вам нравится месторасположение, если вам нравится отделка качества, друзья, пожалуйста. Все для человека. Компания Arbatoms построит для вас, друзья. Так что, между прочим, Украина, не забывай, скоро там будем, Украина. И Wi-Fi тоже есть, друзья, телевизор, все вот это материалы, вот это аксессуары, декорации, все красиво и для вас. Давайте еще спальная комната тоже покажу, потом балкон выходим. Так, большой, огромный кровать, друзья, здесь. Еще есть еще один выход, балкон, так что два выхода отсюда и от спальной комнаты. Еще огромный, большой, здесь кровать и шкаф огромный, и кондиционер резко для каждой комнаты. Все вот это новое, никто не спал, друзья, видите, никакой волосы, такой блондинка, да, желтый волос нету такой, никакой. Так что все красивее, чистые, уютно, новые, друзья. Так что, как правильно сказать, блондинка? Блондинка. Блондинка волоса. Ну, темный цвет, это брюнетка. Нет, я имею в виду, никто не спал, нету блондинка волоса. Короче, ты меня не понял. У меня свои представления просто. Так что здесь такой еще красивый, хороший балкон, большой. Шкаф, это все для балкона, балкона мебели есть, это для балкона подушки. И доска есть, утюг есть, пылесос есть, друзья. Для сдачи аренды тоже очень хорошо, удобно место расположения, друзья. Не только для себя. И я вам еще хочу озвучить, друзья. Так что, между прочим, у нас здесь крыши. Очень качественно сделали. Это не пентхаус дуплекс, но хочу озвучить просто крыши. Материалы очень хорошие. В комплексе 5 уровней изоляции крыши. Стальные листы, листы ОСБ, минеральная вата, ОСБ, гидроизоляционный слой и керамическая черепица. Здесь еще есть на продаже одна квартира, которая дуплекс, пентхаус, друзья. И дуплекс у нас потолок очень высокий, еще крыша очень качественный материал использовали, друзья. Так что на продаже еще есть 3+1, еще есть 2+1 на продаже. Вот это осталось 3 квартира, друзья. 3 квартира осталось. И, между прочим, друзья, спина или стена? Стена. Стена. Стена очень качественная. Изоляция очень качественная. Друзья, балкон достаточно большой. Достаточно большой балкон, огромный большой балкон, вот в таком виде она продается. Здесь маленький еще кладовка есть для кондиционера, мотор, чтобы вид не испортить, чтобы шум не было, но место хорошее достаточно есть. Это для балкона мебель просто закрыли. Итак, друзья, вид на море. Покажи, пожалуйста, вот 100 метров до моря. Вид на море, вид на гору. Вот декабрь месяц, у нас вот такая погода, друзья. Скоро Новый год, между прочим, друзья. Так что вот такая погода. В Алане практически зима нету, друзья. Зима нету, 300 дней солнце, свежие натуральные овощи, фрукты. Фабрика нету, море чистое, погода чистая, люди чистые, рыба чистая, курица чистая. Все чистое здесь, друзья. Еще что нужно для комфортного жизни, правда, друзья? Так что с вами был Асым, ваш человек в Турции и город Алания, компания Arbatoms из Украины. Кто нас смотрит, друзья, украинцы, не забывайте, скоро будем. Украина из Киева, из Харькова. Кто нас смотрит, друзья, можете записываться для индивидуальной встречи. Мы с вами можем поговорить индивидуально, как можно правильно приобрести недвижимость в Турции, в Алане, как можно вид на жительство получить и гражданство, и самое главное, как можно свои жилье сдавать аренду и как можно доход получить через турецкий недвижимость. Все с вами, можем поговорить, друзья. Всем удачи, берегите себя. Я вас очень люблю. Пока-пока.